Областной центр готовится, как всегда, масштабно и весело провести один из главных зимних спортивных праздников. В субботу «Лыжня России» пройдет в Иванове в юбилейный 10-й раз. К участию приглашаются все любители активного отдыха, вне зависимости от возраста и опыта. Для новичков трасса будет попроще, ее протяженность всего 1,5 километра. Двухкилометровый забег ожидает тех, кто уверен в своих силах. Участникам нужно вооружиться лишь комплектом лыж и хорошим настроением. Старт гонки в полдень у 41-й школы. Трасса готовится уже как 3 недели, даже чуть больше. Она уже довольно-то ровная, укатанная хорошо. Завтра будем, можно сказать, проводить последний этап подготовки. Доровняем, более хорошую лыжню нарежем. Соответственно, в общем-то, все готово.